он там просто же, он пришел, сказал, такой, чуваки, я типа пока тут сижу, я типа зачитаю фристайл за сотку на любую тему. Там начали заебенивать просто. Я говорю, типа, нет, чувак, давай за сотку, типа, давай за 200. Короче, начали 200, потом я продать 500, 600, короче. Ну, единственное, что... Она просто засчитывала как боженька. Это реально тяжело, я не всегда в правильном, скажем так, состоянии. Я же не тренируюсь, не уч... даже не тренировался, не учился никогда. Ну, ты там всего пару раз такой был. Лак, про маслины ты не очень получил. С маслинами просто, ну, просто не попёрло, я не знаю почему, невозможно. А, остальное было. Ну, вообще, когда начал читать, я сидела просто и охуевала. Просто. Это мое хобби было когда-то. Типа оно только зачитывает, я дописываю, только-только донатили, снова прилетает. Нормально. Блин, я говорю тебе, обязательно надо посмотреть момент в лобби, ты охереешь просто. Спасибо, чат, спасибо. Ой, я обсрал. Я хотел вам сердечко, поцелуйчик, все. Да, сатанчим. Сатанчим у нас любовь. Блин, мне теперь реально захотелось дома поставить эмулю эту игру позадрачивать на Very Hard. Я помню, купил себе в Steam это издание Мегаменов. Кстати, реально, блять, реально всем рекомендую, отличное издание. Там реально тупо просто встроенный эмулятор с играми. Все. Блин, меня бесит на самом деле это издание, потому что есть издание на PS2, которое лучше его. А в чем разница? В том, что на PS2 издание исправленными багами. А-а-а. Ну подожди, баги это же фишка. Ну в смысле, ну да, ну то есть там не просто, там, во-первых, оно шире, потому что там включается этот Мегамен Бас, по-моему. Ну, короче, больше вообще Мегамена. Вот. Во-вторых, там, да, то есть там нету тормозов из-за NES, ну, то есть когда много на экране, ну, то есть вот такие вот все. Все это исправлено. В-третьих, там, типа, можно переключать чуваков на LR. Да, вот это, кстати, круто. Вот это, ну, то есть там все вот это вот такое. Я искренне не понимаю, почему Capcom не сделали это издание, ведь оно у них все равно есть. Аутисты. Ну, в общем, в любом случае, издание 6 мегаменов, окей, значит, на PS оно лучше. Оно клевое. Ну нет, ну как бы я понимаю, что да, был да. Такси. Я просто заказывал. Так, там не издание с лагами, там просто эмулятор с ромом. То есть, ну что ты, как, просто честные ромы. Я, короче, когда играл в этих мегаменов, я так горел. У меня же в детстве был только первый. Всех остальных у меня не было, я ну, так горел. Шестой полегче. Второй и третий. Второй жесткий. Очень когда интересно. Первый раз все странишь, так тяжело. Даже если ты знаешь там, в каком порядке что проходить, все равно так тяжело первый раз. Особенно я горел, знаешь, на уровне вот этом, где эти желтые полоски, и надо прыгать вниз как раз. На скорость. Да. Ну, хотя там же можно время остановить. А я не помню, была у меня остановка времени на тот момент или нет. А, ну да, я могу не быть просто. Роста мне, я, честно говоря, точно не знаю, где-то 175-176, где-то так. Мэн Сноу, я с тобой не согласен, мне первый давался легче, чем второй. Нет, самый легкий из всех это пятый. А я тебе гарантирую. Я не знаю, пятый и шестой, я между ними не вижу разницы, что то, что они очень легкие. Второй не может быть легким, хотя бы потому что сраная это. У меня 181, 182. Шопу укусил муравей.
На Бомбарде тебе похож. No. Woman, no cry. Вот, кстати, вопрос. Кто знает, о чем песня No Woman, No Cry? Просто вот хоть кто-нибудь вообще хоть раз слушался в текст вообще? Ну, большинство считает, что это типа нет женщины, нет проблем, типа не надо плакать. Да хрен там. Это на самом деле обращение к женщине, типа женщина, не плачь. Да что ж ты будешь делать? Был очень удивлен, когда это обнаружил. Реально жестко с одним хп. А ты какой левел? Ну. Ну, как бы, прошел я уже два. Из пяти. Ну, из шести. Подожди, ты проходишь один левел. На одном хп. Да. А если на втором левеле ты дыхаешь, так и начинаешь. Сохраняется прогресс, слава богу. Ну это еще нормас. Ну да. Не, в противном случае я бы уже сгорел окончательно. Я просто, я на самом деле не люблю такие сильно челленджащие игры. Я горю очень быстро, на самом деле. Нет, женщин нет проблем. Капа Прайд. ТНН. ТНН. Там же рядом где-то ходит ББПЕ. Почему, кстати, мем ББПЕ ассоциирует с Сюткиным, для меня до сих пор загадка. Я на самом деле никогда не понимал франшизу Power Rangers, мне уже детство казалось, что глупо, блин. Плюс один. Потому что там такие мультики, не знаю, ой, не мультики, а этот сериал, где дерутся какие-то вообще. Ну, то есть понятно, что Япония, ну как бы, блин. Ну, это уже тогда смотрелось пососно. Это уже тогда. Да, это смотрелось пососно, когда я это смотрела. Понимаете, да, в возрасте была я, какого мы. И мне это тоже казалось пососным. Ультрамен был топичный, но лоу, Ультрамен был 60-х или когда там. Пока гиб, походу, дай насрать. Как на Симонова добра пиздец. Причем, я не пойму, это реально такая тупая шутка была про Симонова, но вы так заливисто хохотали над этим, что меня тоже проняло. Потому что Брагана форсил. Ну да, форсился. Плюс настолько по-наркомански выглядела игра, это про Барни, что... Не, ну понятно, что да, если ты много эмоций отдаешь в процессе, то тяжело будет. О, сейчас бы на боссе пососать и уровень заново не, пройти. Я тоже много эмоций отдаю, но его вот это отдавание эмоций, оно его как-то прям это опустошает. Я снова смотрел, долго потом уснуть не мог. Такое надо по утрам. Особенно мне понравилась история про галочку 18+, на стриме про Барни. Ну я понимаю, что она там по жизни стоит, но это просто тоже было забавно. Это только ты смотрел, как там Power Солдаты будут еще.
ужасно, я пробовал смотреть в нормальном возрасте, и это такая срань. Кстати, мне тоже в детстве мне казалось, что это клево. В детстве. Да, мне тоже казалось. Там были такие роботы, типа. Ну, такой посос просто вообще. Я не смог посмотреть, по-моему, дальше двух серий. Я решил, что еще хватит с ней, это невозможно. Как здесь пройти-то? Стрелком надо. Леру отметил? Нет, я это как раз сейчас проверю. А то это было бы в его стиле. А-а-а, нет, что вы делаете? Фу. Господи, ад какой. Иисус. Иисус. Ты это про вашу группу? Нет, не это все. Вот Эрмиландон, а ты проходил эту игру на уровне сложности Very Hard? Ты вообще знал, что там есть, оказывается, уровень сложности Very Hard? Фейспейнт. Когда грим, лоу, раскрасить лицо. Сделайте из нюка этого блэк-металлиста. Ну, скажешь, слоупока. Да какого слоупока? Слоупок не прикольно. Какой-нибудь или Диму Боргер или вот этой всей фигни. Да, хопспейн. А вот тут соглашусь, тоже считаю, что тут музыка топа. Аутист! За что же мне это все? Так, ну где там уже ваш брови? Мне больше собираться бы хорошо, потихоньку. Я вообще не понимаю, как в Москве, имея смартфон, можно заблудиться, я в принципе. Я не знаю, но Брайан может. Потому что он не пользуется смартфоном. Очень зря. Типа на Москве у него Roadrunner?